Аграрии Северского района приступили к уборке озимой пшеницы. В ООО «Агрофирма Кубань» посевная площадь культуры составляет 3800 гектаров. На сегодняшний день убрано 1300 гектаров. Урожайностью, как говорится, большой сейчас похвастаться не можем, потому что погодные условия большую роль сыграли. Вот. Ну, попытаемся вывести на свой прежний уровень. Ребята, работает 11 комбайнов. Комбайны хорошие у нас, мощные. Убираем в день где-то гектар по 200-250. Вот такая вот у нас задача. Еще 10-12 дней и уборка зимой пшеницы завершится. В день каждый комбайн обрабатывает до 30 гектаров посевов. График не нормированный, конечно, у нас рабочий день, но по готовности комбайны, погода позволяет, мы по готовности выходим. Влажность хорошая, погода тоже позволяет, поэтому вот в 9-10 мы начинаем и до 10, пока не упадет роса. Для сева агрофирма «Кубань» используют такие сорта, как «Антонина», «Степь», «Стан», «Юка», «Сила», «Безостная 100» и другие. Все они хорошо показали себя в прошлые годы.